Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на Nokia 5.3 изменять вибрации. Заходим в настройки и ищем пункт звука. После этого мы можем настроить наш звук во время музыки, видео, игр, разговора, рингтон, будильник. Также вот можем включить, выключить вибрацию при звонке. Включить режим «Не беспокоить», чтобы вибрация вовсе отсутствовала вместе со звуком. Переходим в параметр «Дополнительно». И вот здесь мы еще видим звуки и вибрация при зарядке. Можем включить и выключить. Потом можем выключить вибрацию при касании, чтобы она нас тоже не отвлекала. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня!